Областное министерство образования подвело итоги проекта «Родительский контроль за ноябрь». В ходе проверок была проинспектирована работа школьных столовых и качество пищи в более чем 600 образовательных организациях. По словам главы муниципалитета Андрея Иванова, каждый родитель может записаться на проверку с помощью регионального школьного портала и оставлять свои комментарии по итогам инспекции. В Одинцовском округе к проекту «Родительский контроль» подключилось уже 513 человек. Они проверяют работу столовых и качество еды во всех муниципальных школах.